Чё, действительно, Вовка, ты что ли? Раз так спрашиваешь, да? Чё, Вовочка, ты что ли, да? Ну, если сейчас, Вов, это не ты будешь, всё, я просто это... Очень сильно разозлюсь. Чё, куда? Не ты что ли? Если сейчас Вовка обманул с этим мышонком, это все. Если еще Санечка вдобавок обманул, если это сейчас Санечка окажется. Нет правильных ответов! Да что вы меня сбили с толку? Ну вот, блин, ну вот... Оба сбили с толку! Вообще вот нахрен другого человека хотела писать, совершенно другого. Вот взяли с толку, сбили. Больного человека с больным горлом сбили вообще нахрен с толку абсолютно. Наташа, в Москве есть сеть ресторанов «Пармезан»? Я даже не знаю. Ну вот я сейчас все, как будто песни... Чего пишете-то? Да специально ты! Ты специально! Я тоже. Все, короче, это... Передумываем, ребята. Трек не закончился, все. Ниоткуда я знаю «Пармезан». Че я сбил с толку? Ты пришел к этому треку. Я думал, что твой трек. Все подумали, что твой. А че ты мышонка спросить нам знаком рисуешь? Вот тоже. Да подождите вы, все. Сейчас концовка будет и стартуем еще раз. И не хрена сбивать, все, заново, все. Какой пармезан. В Калининграде ходил, вкусная еда там. Да у нас каких только сетей нет, я не знаю, может и пармезан. О, слушай, точно, пармиджана. Есть такой ресторан, только я не знаю, сеть или нет. Я ведь прямым текстом сказал, что мне приписывает этот трек. Ты сказал приписывает, он мыша поставил с вопросительным знаком. Короче, продолжаем всю эту песню. Все. Вот теперь все. А что списывать? Откуда я знаю? Нет, откуда знаю? Трек не закончился? Вот только что закончился, можешь принимать. А я тут каким боком? Так ты вовремя пришел и начал своими глазами подмигивать. Начал своими грузинскими карими глазами подмигивать всем. Ты понимаешь? Ты вовремя пришел. Вовка вовремя мыша с вопросительным знаком нарисовал, и всех сбили с толку. Че такое? Че ты, мышечка, я обкакался? Синдром грузинские глаза. А какие у него должны быть, если он грузин? Какие? Я так здоровался. Ты здоровался. Один поздоровался, другой мышонка нарисовал с восклицательным знаком. Олег за вас обкакался. Да что ж это такое? Вообще. Я вообще не пойму вас. Вообще не пойму. Один глазом подмигивает, другой мышонком подмигивает. И бедный Олежек обкакался из-за вас. Кто? Все, я упала. Да подожди. Подожди, пока падает. Надо Олегу помочь. Немецкие. Чего немецкие? Откуда что у тебя немецкие? Мне даже смешно. Правда? Лиана Мьюзик. Лиана Мьюзик. О, Милан, это ты что ли? Милан, привет. Схожу, а то тоже я торжу до слез. Ну, короче, все это. Подсчитываем баллы.
Тогда у Кима азербайджанские глаза, и у меня тоже. Ну а какие же они еще у вас, ребята? Фух, что-то я, по-моему, это... Это Гасанчик. Ну вот, я говорю! Я же говорю, что Гасан прислал трек. Один пришел, глазом своим подмигивает, второго мышонка рисует, а прислал-то Гасан, тут четко написано «Койот». Олег бедный пострадал. Спровоцировали, понимаете ли. Фух, так, это 11-й был. Хорошо, хоть Гасан. Угадали, Ирочка, Ириша. Ой, фух, вспотела, ребят. Сейчас выздоровлю.